люди становятся все менее и менее добры друг к другу. Этому в значительной степени способствует время, в котором мы живем, и вот этой дистанционному контакту. То есть люди все меньше и меньше взаимодействуют face-to-face, они все больше друг от друга отдалены, вот, и их социальные контакты перестают быть комфортными, когда они друг с другом сталкиваются. Поэтому очень легко можно встретить человека, который, понимаете, готов тебя покусать на улице, просто не за здорово живешь, понимаете? Вот это внутренняя такая агрессия, напряженность, дискомфорт, вот, который в социальных отношениях проявляется.